25 января в концертном зале культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» состоялась церемония награждения финалистов 14-й республиканской премии для обучающихся по образовательным программам высшего образования «Студент года Республики Татарстан 2018». Я протокольную миссию выполняю от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова, от имени Государственного совета нашей республики, от имени правительства Татарстана и широкой общественности приветствую и поздравляю всех номинантов и победителей. Это на самом деле важно. Важно, потому что молодежь республики креативна, задорна, она уверенно смотрит в будущее. Главной целью конкурса является выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. По итогам отборочных этапов, где студенты презентовали себя и университет, финалистами премии стали 25 представителей КФУ, что составило практически половину от общего количества финалистов. Ребята достойно защитили честь университета в очных отборочных турах и прошли в финал в 16 номинациях премии. Впечатления самые яркие, это замечательная премия, прекрасная организация. Хочу сказать огромное спасибо члену жюри организации конкурса, своему институту, Казанскому федеральному университету. Я очень счастлива. Из года в год достижения студентов вуза не остаются незамеченными. Я вот только что со сцены очень сильно волновался. Кажется, что это пару минут просто на сцене постоять, но просто время замедляется, сердце стучит, ни о чем не думаешь, просто очень сильно волнуешься. Что я могу сказать?